Так, вот она, микрофона приехала. Вот. О, с Canadian. АТ-4040. Здесь еще есть, короче, микрофонный провод. Микрофонный. И поп-фильтр. Поп-фильтр, чтобы покать. Поп-поп-поп-поп. Поп-поп, чтобы не попкать. Вот так вот. Вот. Я так понял, это входит просто в набор к этому микрофону. Это как я понял. Но это все очень хорошо, полезно. Это все мы попробуем, перепробуем. Ну, не в обиду сказать. Обычно вот эти вот, которые в комплекте идут, эти микрофонные кабели, обычно это, ну так, немножко Г. Лучше самому спаять, это сразу говорю. Вот. Но раз оно идет, значит хорошо. Все. Да, вот. Тут написано, смотрите. Тут написано, что идет и то, и сё, и микрофон. XLR кабель. Ну, это, в общем, бандл. Вот это, я так понял, сюда в наборе это все входит. Вот. Магазин это такой, Лайгер. Лайгер Штайгер. Интересное. Такое даже первый раз чую, что это переводится якось. Что очень интересно, так я в избушку нам приехала. Лайгер. О, интересненько. Да, вот, смотри, написано. Amazon Лайгер Canada. Лайгер. Интересненько, что это переводится. И, кстати, довольно быстро доехала, смотри, с 8-го, 15 августа был заказ, сегодня у нас 2 сентября, и уже приехал, получил. О. Так, а ну-ка, микрофона, АТ-4040, аудиотехника. Короче, у них состаренный, это широкомембранный дюймовый этот вот капсуль, такая он карабень, вот, белый-белый-белый карабень. Так. Еще интересно, как он сделан. 9 сентября, в сентябре 21-го, он почти свеженький. Кардиоида, вот это вот. Жопка, это значит кардиоида, это то, что нам надо. Там восьмерочки, там оно нам этого не надо. Оно нам не надо, наверное, мы так думаем. Так, дальше, открываем. Так, идет карабень, вот так, в этом в карабень. Вот так вот открываем, и тут мы сейчас вот так вот, красиво, красиво. Так, что это тут лежит? Это чехол у нас на микрофон, чтобы сверху. Это, наверное, чтобы пылюкой не припадало, это я так думаю. Это у нас, наверное, сам микрофон. Черный и черный, здесь что-то написано. Аудиотехника. И значок вот этот такой, как тут. И здесь, наверное, паук, паучок. Паучок, дружок, вылазай, вылазай. Вот так вот. Я лучше сейчас его распакую, потому что рукой одной неудобно. И тогда покажу, правда? Да, здесь паучок лежал. Здесь такая вот instructions manual. Как аудиокниги читать, ну тут нам расскажут. Какие книги лучше читать и как. И как надо. В общем, надо почитать на досуге, посмотреть. И здесь такая проставочка интересная. Это, наверное, сам микрофон. Ну, наверное, я так думаю, да? Черный. Тут еще что-то. О, смотрите, вот такая блестящая. А? Блестящая. Смотри, блестит. Так, отложим. И там дальше еще что-то. Что-то там еще. Ну, это просто проставочка, чтобы как красиво выглядело в начале, правильно? Так, все. Давай теперь это отложим и по отдельности. Так, это коробочка, я так понимаю, паучок, боровичок. Здесь написано, вот так вот написано. AT-84 Shock Mount Suspension Anti-Shock Supports Anti-Vibration. Support, это по какому-то мексиканскому языку, наверное. Что интересно, Made in Japan написано. Mabrik in Japan, Hesho in Japan. Japan, настоящий же Япона. Япона, мать. Настоящий. Я так думаю, ну не будет же оно в Канаду подделки делаться, правда? Это я так шучу, ребята. Надо всегда шутить. Я так думаю, правда? Так и жить должно веселее. Правда? Я так. Так, смотрим. Во, паучок. Это антивибрационный, то есть вот эта серединка, она как бы висит на всех этих резиночках, на вот этих вот, и не передается звук от
стойкий получается на вот эту штуку. Вот, то есть для этого он и нужен. Вот. Но что интересно, это метал. Metal, heavy metal. Действительно, это металл. Хотя на вид похоже, правда, на пластмасску. Вот. Я тоже по обзорам как-то смотрел. А здесь он вот так выполнен как-то. Вот так вот. Как его тут прикручивать. Научусь я, деда, что как это. Как тут его, что тут его пыхать. Вот такая дырдочка здесь. Латуневая. И здесь... Можно регулировать вот так. Лево-право, лево-вверх. А, здесь еще была такая штукенция. Переходник, короче, на мой сюда, чтобы втыкать. И чтобы сюда можно было накрутить. Вот сюда вот. Да, ну, чтобы подошло. Чтобы на все случаи жизни, как говорится. Ну, где же я же не выточу такое? Потому что, да, положили. Все правильно сделали, что положили. Все правильно. Так. Теперь самое главное, что ж, микрофон, где ты я? А? О! Аудиотехника. Ага. О, мне вот это нравится, да? Так это, дорого-богато, как сундучок. Сундучок. Кстати, он намагниченный. Приятненько. Приятненько. Раз дотрагиваешься, сразу хоп, у тебя тут отпечаток пальца. И сразу же хоп. Только я могу, все, вот так. Да, ну действительно, это прикольно. Он не кожаный, кожзам такой какой-то, ну приятненько. Тут тоже нам какие аудиокниги надо читать. Instruction Francois Italiano Pasta. Это тоже прокладочка. О, чуть испугался, думал, что не положили микрофон. Ну он темный на черном. Я помните, говорил, ребята, чтобы не побили его. На посылке действительно написали фраджайл, ну то есть он хрупкая. И посылка действительно пришла абсолютно идеально. Не даже сбоку даже ничего здесь не подмято было. Ну реально идеально. А здесь вот так как еще давно-давно в Союзе делали так вот удобно. Вот так оно. То есть это не магнит? А может и магнит? Магнит. Ну это так. Ты ж, Коля, ты что ты его смотришь? Ты, главное, микрофон смотри, а не то, как он тут припакован. Но я вам хочу все равно показать. И вот она микрофона. Микрофона. Аудиотехника. Сразу же мембранку видно. Красиво. Чтоб его не плевать, надо какую-то наверх эту. Бопылючка будет, оно ж все. Вот. Ну вот так вот он выглядит, ребята. И вот так вот я буду читать, получается. Вот. Я, наверное, его все-таки поставлю вот так, чтобы... Ну, это еще со временем все пойдет, как его поставить и как к нему привыкнуть, ребята. Вот. Здесь у нас переключение кардиоида, переключение вот low cut обычно. Хотя я не знаю, как лучше. У меня же low cut включается и на этом оборудовании. И стоит ли включать его и здесь, и еще и на оборудовании второй раз. Или это сделано просто, где его как бы ну, нельзя включить, чтобы ты мог на микрофоне, на первоисточнике его включить. Это еще опытным путем ты дойдешь до этого. А здесь написано минус 10 дБ и 0 дБ. То есть усиление. Если что-то громкое писать, и все, минус 10 дБ. Но мне, конечно, это надо только, чтобы на нуле стояло, и все. Ну, вот такой вот микрофон. Самое главное, что теперь, может, наши книги будут немножко лучше слышно меня. О, как блестит. Ох, блестяще. А? Ты дыви. О, красиво, действительно. Не, прикольно, мне нравится. Внешне. Правда, так немного под это торчит. Вот так он выглядит. Вот. Ну и давай пробовать теперь его уже. Сейчас хочу уже втыкать его. Вот, я сейчас только боюсь, у меня получается... я сам паял этот... провод, а он у меня под питание не рассчитан, наверное. Вот я под это буду, чтобы ничего же не спалилось. А сейчас будем пробовать. Капаситор, микрофон, аудиотехника made in Japan. Вот так он будет выглядеть, ребята. Вот все, погнали далее. Все. А ну тест на старом микрофоне, вот так как я читаю аудиокниги. 1 2 3 4
Раз, два, три, четыре. Добрый вечер, я диспетчер. И обычно как... Хоп-па-ля-ба-ля, шо ты мне, чтоб тебе повылазило? Шо ты мне тут, ага, говоришь о те, а? А именно на крики как реагируют? Чтоб тебе повылазило, пы-па-ба, а? А? Будешь мне знать, где моя избушка? А ну в буду, кажу. Тут главное покричать. И теперь постараюсь тот, абсолютно, чтобы были одинаковые настройки. Я не буду ни эквалайзер, ничего брать. Единственное, что только по чувствительности, по громкости, чтобы их выровнять, чтобы было понятно, какой, есть ли разница и какая она. Все, ставим новый микрофон. Поехали. Так, вот так вот, ребята, его причепил. Что интересно, пальца порезал, блин. Тут вот этот переходник, который вкручиваю сюда, вот этот, на станке делали, там, короче, порезал пальца. Ты бачишь? И про то, что я говорил, ребята, так что будьте аккуратнее, вот когда закручиваете, берите лучше, я пальцем так старался сильно его закрутить и круче. А там надо желательно чем-то, отверткой или еще чем-то. Вот так он выглядит. И про то, что я говорил, ребята, что вот здесь будет вот, вот так вот. И надо здесь взять такой, самому спаять Г-образный угловой вот этот XLR кабель, либо его взять и вот так вот поставить и уже работать в таком направлении. Вот, пробуем дальше, как оно работает, интересно же, а? Черненький, что интересно, не видно ни блестящего, ничего, как поставил, хочу блестящего. Так вот он выглядит, вот, и как раз упирается вот здесь, а здесь же клавиатура, надо же как-то мне кляцать, это мешает, потому что, а выше, если сделаю, уже, ну, короче, надо вот так вот его, наверное, сделать и работать в таком направлении. Тоже экспертным путем, как говорится, сделаем. Да? Я тоже так думаю. Так, ребята, нацепил. Проверяем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Добрый вечер, я диспетчер. И обычно как... Хоп-па-ля-ба-ля, шо ты мне, чтоб тебе повылазило? Шо ты мне тут, ага, говоришь о те? А? По уровням я смотрю более-менее одинаково, как и было до этого. То есть тест можно назвать равноценным лоб в лоб. Как было до, как было после. А теперь попробуем покричать, как он будет. А чтоб тебе? А ну в буду, кажу. Чтоб тебе повылазило, чё? Чё тебе? Бе-бе-бе. А? А ты какой? Чтоб тебе повылазило. Пы-бе-бе. А? А? Будешь мне знать, где моя избушка? А ну в буду, кажу. Это расстояние где-то вот так. И я смотрю, что для этого микрофона это очень чувствительно. И надо к нему привыкать. Теперь давай попробуем без попов, с попами. Раз, два, три. Надо вообще вот это цеплять? Или не надо? Если я буду все равно... Читай где-то приблизительно вот так. Приблизительно вот так. Раз, два, три. Раз, два, три. Прием, как слышно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три. Прием, как слышно. С-с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 
работает, как и должно. Ну вот, так вот, ребята, такой став. Продолжаем читать наши книжки. А на сегодня что? На сегодня все. Да, ребята, очень большое спасибо, кстати, Галина Крюгер из Канады. Во! Прям вообще во! Во! Я еще хочу. Можно еще? Так нормально будет, да? Нормально? Нормалек. И, ребята, это наш спонсор из Канады. Вот так вот такая вот получилась помощь. Очень, как говорится, плановая. Не плановая, а как это сказать правильно? Короче, целевая. И действительно, может быть, наши аудиокниги станут немного лучше. Хоть немножечко, хоть чуть-чуть станут лучше. И это будет мне уже, вот это, уже будет легче. Спасибо, ребята, за такую возможность. Если хотите стать спонсором, вы знаете, что делать, короче. А на сегодня уже точно все. Продолжаем читать книги. Завтра в 19 уго заходите в гости. А на сегодня уже все. А на сегодня что? А на сегодня все.
Добрый вечер. Споки-ноки, чпоки. Спасибо, Галина.